Здравствуйте, девочки и мальчики. С вами Мария Волжанина, передача «Ребята и зверята». Сегодня я вам покажу нашего нового члена семьи. Привет! Ее зовут Рина. Ей всего лишь 4 месяца. Еще 5 нету. 5 будет через 10 дней уже. Она очень любит играть с мышкой. Мышка. Короче, она такая прикольная, такая миленькая, такая маленькая. Ну хотя она не такая уж и маленькая. Тут Рина хотела сгрызть камеру. Точнее, зарядку от нее. Сейчас я положу и покажу вам Рину. Ринуська. Рин. У нее голубой окрас. Рин, давай лапу. Лапу. Она меня 8-10 разбудила. А мама не хотела собаку заводить. Я с ней бодро уже просыпаюсь. Она такая активная вообще. Надо ей какое-нибудь прозвище дать. А то имя Рина, а прозвище какое-нибудь... Кого-нибудь нет прозвища. Ринка. Рин. Либо Ринка, либо Рин. За товаром. Ручка. Вы знаете, что она сейчас сделала? Лапу поставила на камеру. Кстати, она пару чихуахуа. Не рассказала. Это вот маленькое, миленькое существо только что попыталось сгрызть мою камеру. Понимаю. А когда мы ехали, все думали, что это котенок из-за ушей. Потому что у нее, она обычно прятала свою морду, и у нее оставались видны только ушки. И поэтому все думали, что она котенок. Оказалось, что это была чихуахуа. Собака. Она очень любит все грызть. Надо будет ей какую-нибудь косточку купить. Мои игрушки еще не успели купить, но она тут уже почти все разгрызла. Это из-за того, что мои игрушки не купили. И у нас тогда, кстати, еще не было поводка, не было ошейника. Она у нас появилась только вчера. Она ходит только на пеленку. Никуда больше. Короче, вот мы Кисе разрешили войти. Он вошел, вот Рина. Сейчас будет знакомство. Кисе очень интересно, кто это. Хотя он еще вчера с ней виделся. Но ему очень интересно. Ну, пока что никто агрессивно не реагирует, это хорошо. Да Киса не собирается, по-моему, нападать. Или собирается. Так смотрит, чью голову наклоняет такой. Киса, это собака. Это маленькая собака. Сразу чихуахуа. Она даже ветпаспорт есть. Могу Кисе показать, чтобы убедился, что это собака. Рина, фу! Рина, туда нельзя. Рина, иди туда. Иди. Рина. Рина хочет подойти поближе к коту. Что случилось? Все произошло так быстро, что я не поняла. Киса зашипел. Так, мы делаем сейчас свитер из носка для Ринки. Один мы уже сделали, но он не понравился. Да, потому что Ринка замерзает. А где тот второй носок? А, вон он.
Сейчас я его покажу. Тут вот отверстие для лапок. Такой был. И сейчас мы делаем такой же черный. Вернее, Маша делает. Да. Мы его одели на ринку, он какой-то большой стал. С шеи. Вот тут. Ринке он не понравился. Угу. Значит, теперь тут же отрезаем. Ринка тут греется в двух одеялах. Да. Рядом со мной еще в трех, можно сказать. Так. Я у этого отверстия. И... Вот мы смотрим. А смотри, она воротник тоже делает. Вот, где мех, это внутри. Отрезаем лишнее, значит, нужно закатить воротник. О. Нужно закатить воротник, значит, вот. Закатываем воротник. Так. Текс, крекс, пекс. Значит, тут нужно сделать отверстие. Мы одели. И Ренуське, походу, нравится. Ренуське не очень нравится, походу. Сейчас мы ее выпустим погулять. Так, Ренуська. Ну, не на улицу, правда? Пытайся ходить. Так смешно смотрится. Ну, вот такой масенький, да. А попка? Она его боится. Короче, нужно побольше сделать, да, его. Носок побольше нужно. Да. Так, где Ренкина пресс? Ренуська, давай я вот тебя... Вот Катрина пресса. Оп. Недавно вот сделали, минут 20 назад. Да. Зарина сделала. А еще тут фамилия голубенькая. Рина Маринина. 2018 год. Такая же пресса, как и у всех у нас. Давай Ренки выгоним. Вот. Четыре пресса. Ренка сходила, если что. Туалет. Рины. Мы, конечно же, не будем это снимать. Маши. Моя. Кота. Сейчас делаю другое отверстие. Это похоже сейчас на скрытую камеру. Что-то нифига она не скрытая. Нет, когда смотришь вот на экран, который показывает, что мы снимаем. Вот. Такой вот получился свитерочек. Сейчас на Ринку надень. Мне кажется, Ринке он побольше пойдет. Подписывайтесь на Ринке на Инстаграм. Ссылочка в описании. Я выражу папу, потому что в последнее время именно папа у нас выкладывает видео. Заходим на аккаунт Ринуськи. Вот он так. Какая разница? Вот тут вот. Две публикации. Посмотри. Вот такая. Ой. Вот такая. Риночка, ну что ты не хочешь стоять в этом свитке? Я вот это вот разрезаю, потому что у Ренуськи слишком воротник большой, а подогнуть его не получается, потому что он также слишком маленький. А-а-а. Ну вот сейчас отрежу. Ренуська у меня на руках дрожит. Надо будет вот тут вот в этой прессе написать Инстаграм Рину. И твой, и мой. А, и в моем, и в твоем, и в кота. У всех же Инстаграм есть? Да. У всех теперь в нашей семье есть Инстаграм, кроме папы. Все. Я сделала ей, чтобы свитер был свободный прям. Кариночка у нас пытается тут ходить в нем. Она не пытается, она просто стоит. Ренуська боится. Ну, Ренусь, ну, тебе же нравится. Тебе очень идет, Риночка. Да. Ну чё, классно же? Так, сейчас я что-нибудь кину. Она прибежит. Мне нравится Рине. Рина не хочет почему-то в нём ходить. Я сейчас отрежу вот это. Может, это и ещё это.
Только шерсть Рине не отрежь. Блин, она такая мягенькая стала с этим свитером. Алёся. У меня тут белая штучка, а все остальное такое темное-темное. Темно-темно-коричневое. Угу. Идем на голове постоим. Она походила. Нет. Она ходит. Она ходит. Ты ходишь в этом. Может, ее лапкам холодно просто? Все. Да, лапы холодные прям. Давай. Сейчас мы ее поставим вот туда. На подушечку. Я в четырех лапах носки видела. Для вот таких вот мусипусеньких лапок. Да. Носки. Носки. Она же красотка. Давай, походи на подиуме. Чтобы ей не было холодно, да? Иди сюда, Витка. Иди сюда, Витка. Это полностью ребеночек. О, вот. Только размером с руку. Все, давай, 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 Ириночка. Давай. Давай, спи. Вот. Вот я добавила своих питомцев. Вот Феликс. Вот Кнопа. Если вы не знаете, кто такая Кнопа, это мой хомяк. Она живет со мной в обычной квартире. Смотрите на это чудо, которая тут лежит под двумя одеялами на одной подушке. Вот корм, который мы кушаем, только это для кошек, а мы кушаем для собак, да. Вот, все у нас для Ринки Royal Canin. Если что, это не реклама. Вот, это для щенков. Тоже вот, три корма. Первый у нас для взрослых собак весом до 4 килограмм. И для собак очень мелких размеров, такие как Рина. Следующая вот такая, тоже Royal Canin. Слышу, что мой телефон звонит, но и такая же открытая. И пеленочки. Так, еще такие фотки, вот Instagram фотки. Вот еще Инстаграм фотки. Так, сезон. Зима. Давай на зиму, да. Зима. Так, категория комбинезон свитера. Размер у нас мелкий, пол девочка. Девочка. Я подумала, это юбочка. Размер какой самый маленький размер? Вроде бы самый маленький это S. Или XS. Пишите так, в комментариях. Вот, выбираем. Вот. Какой самый маленький размер? Попробуй желтый. Мне кажется, желтый слишком яркий для этой красотки. Давай оранжевый. Ну, посмотри. Оранжевый. Что за милота? Какой нежненький. Два одинаковые. Синий-серый в полоску и розовый-серый в полоску. Я вам расскажу, что я сделала в лайк. Я создала мой хэштег. Я как раз снимала видео с моим хэштегом. Где оно? Так, я теперь вот хочу найти носочки. Тут надо все делать как типа рукожоп. Вот, хэштег, я рукожоп. И вот это видео мне больше всех из моих нравится. Ты челлендж такой. Вот. Только как-то не очень у меня он получается. Какой это челлендж? Не знаю, какой это челлендж, но я ответила. Два комментария. Зайди-ка 33 для Инстаграма. Смотрим, значит, о, Россия. Так, о, опять клубнички, только синенькие. Еще тут будем заказывать. Точнее, хорошо. Будем приходить в зоомагазин 4 лапы и покупать их. Это. Вот эти дешевые, так что мы, наверное, их будем покупать. Да, Зарин? Смотри, Зарин!
Такие анимеджик были. Или еще сестры сердечки и корона. До свидания, девочки и мальчики. С вами была Мария Волжанина и наполовине Зарина Шибзухова. И голубенькая Ирина. Угу. Мы сегодня пытались сделать свитер из носка. Вы увидели, как знакомились Ирина и кот. И еще мы выбирали носочки. Да. И компейсики. На сайте 4 лапы. Да. Подписывайтесь и ставьте лайки. И еще, если вы подпишетесь, мы заработаем денежек для нее. Угу, для вот этой козявочки, которую не видно. Да. Так что подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте лайки. Пока-пока. Пока.